Кубок Казахстана по конному троеборью прошел в Алматинской области. Это олимпийский вид спорта, который снова обретает популярность, рассказывает Галина Полевая. Конное троеборье состоит из трех дисциплин – кросс, выездка, конкур. Все эти захватывающие соревнования входят в олимпийскую программу, а потому три года назад решили развивать этот вид спорта. В Алматинской области создали республиканскую детскую юношескую школу. Она пока единственная в Казахстане. На сегодняшний день уже 29 участников в троеборье. Это показатель, я думаю, неплохой. И в дальнейшем, лет через 5, я думаю, будет один из ведущих видов в конном спорте – это троеборье. Еще один выбор пришлось сделать в пользу чистокровных английских лошадей, которых разводят здесь же, на конезаводе в Басерке. Они резвые, грациозные и ничем не уступают европейским породам. А если учесть, что олимпийский чемпион Александр Блинов из Кыргызстана выиграл в троеборье на чистокровной лошади, то перспективы вырисовываются отличные. Желания, конечно, высокие, хочется добиться больших результатов, хочется, конечно, там на мир, на Олимпиаду, это, конечно, безусловно. Ну, буду стараться. Ирина Сверчкова на похвале ВЭЛ выиграла серебряную награду в конкуре, уступив только Ниязу Исламову. А в троеборье Кубок Республики завоевал Олег Чернов на Эдельвейсе. К этому виду спорта повышенный интерес. Сейчас переговоры ведутся с голландскими специалистами. Олимпийский чемпион Йос Лансинг очень внимательно следил за республиканскими соревнованиями. «Ваши наездники ничем не уступают своим сверстникам из Европы», — сказал он. Галина Полевая, Валентин Лобанов, Алматинская область.